ДТП, ребята, ДТП. Останавливаемся. Опять ДТП, да, Юрий? Да, принято, останавливаемся. Что, опять? Да. А кто с кем? Да. Дим, тормозим, ДТП. У кого стало ДТП? Мы, Волга. Давай, беги быстрее. Товарищ Балаш. Чё, какие вопросы? Какие вопросы? Никакие вопросы, ГАИ надо вызывать. Давай, вызывай ГАИ. Чё по обочине гоняешь? Где я гоняю? Вот здесь. Я выехал с заправки. А, с заправки выехал, да? Да. Да-да. Ну, расскажешь ГИБДДшникам, давай. Как бы, какое мне ведь право снимать? На каком основании право снимать? На каком основании? Да. Так у меня камера есть. Так я не понимаю, почему я не могу вас снимать. Должно быть основание. Нет, подождите, а почему вы должны меня снимать? Я свое согласие на съемку не даю. Ну, так я же не спрашиваю ведь ваше согласие. Ну, вот. Виталь! Вы что, ехали, ждали, чтобы снять? Да, вас специально, обочинников таких вот. Да-да. Нехрен по обочине гонять. Провокаторы, что ли? Это вы провокаторы. Вы провокаторы? Вы провокаторы, конечно. У вас тяжелая пачка, ты смотри, просто я смотрю. Пачка. Нас не пачка, да. Что вы не снимаете в обочине дальше? Снимаем, не переживайте, нас много. Давайте тачки представляйте дальше. Видите сами, не снимайте. Чего вы указываете, что нам делать? Приду. На обочине едем. А у тебя есть треугольник-то? Нет. А кто такой рулевой? Есть завалик там себе, помогает. Ничего себе. Да. Чем? Можете прямо сейчас зайти в прямом эфире, увидеть себя. Какие вы замечательные. Какие вы замечательные. Мы вообще суперские. Мы суперские. Дайте проехать машине, но вы на проезжей части стоите, сударь. Это проезжая часть, мы все на обочине стоим. Оля, а ты слышишь? Подойдите сюда, сюда. Блин, сейчас кирпичи наложим, да и все. А я сейчас вот это, тут я электрошок. Где? Да не, не надо было. Успокойтесь, только у нас пулемет просто, пулемет. Здрасте. Махаю ваше творчество. Спасибо. Да. Спасибо. Так, они уже все готовы, сейчас нас будут бить. Знаешь, я говорю, не может этот человек нас бить. Да, а нет. Мы так шли просто, так прям... Мы такие, Андрей, открываем багажник, пулемет доставай. Ударил, да? И он ударил. И в отказ, да? Что там обещать всем? Кто что в отказ собирается ко мне? А это из нашей команды «Волга» или нет? Да, из нашей. С регистраторами, со всеми, да? Ну, естественно. Со всеми делами. Очередное ДТП из-за обочинников. Хоть она произошла и не на обочине, но этот чувак ехал по обочине, объезжал заправку и здесь вылез. И не пропустил «Волгу», которая двигалась в своей полосе. По положению машин видно, что «Волга» пыталась уйти от столкновения, но, к сожалению, не получилось. И поэтому сейчас я не знаю, что там делается. Либо они заполняют европротокол, либо будем ждать ДПС. В любом случае, опять собирается пробка. И опять хотят хулиганы проехать по обочине.
Но желтый жилет спасает их от этого непродуманного действия. Вот этот вот чувак хотел проехать по обочине. Как не стыдно! Как не стыдно! Ох, несется, несется, красава! Он просто не стал вообще ничего делать, он просто проехал по обочине. И думает, что все у него хорошо. И эти двое тоже так же. Там, я напомню, широкая обочина. Здесь уже полоса, да. Но они проехали по обочине. Вот запомните их имена. Вот эти рожи наглые, обочечные рожи. Вот эти рожи запомните, рожи. Тоже. Где этот внедорожник? Я уже потерял. Желтое такси несется по обочине. Или это не такси, или это Opel какой-то. Куда ты летишь? Видите, какой несется хрен. Все эти люди это обочечники. Блин, ну почему у них у всех ленты навязаны, а? Почему они такие бедриоты? Включили дальний свет фар. Думает, что это ослепит камеру, но это же глупо. Старый хрен, едешь по обочине, а? Как не стыдно? А ты, мудила, по обочине что гоняешь? Желтое Яндекс.Такси проехало по обочине. И еще едут, едут, едут. Все по обочине гоняют. Ну, по, как хотите. Можем ехать. 8, сейчас дождемся, будет 9 по 100. Вот он, обочечник, какой жирненький, красивый едет. И этот тоже несется по обочине. Самое ужасное, что вот эти женщины, которые с ними сидят рядом, да, вот если человек мудак, я так считаю, и едет по обочине, ну, по обочине ездят только мудаки. Если человек мудак, то он ведь мудак во всем. И ты с этим мудаком живешь, как бы, и, ну, поощряешь его действия, не тормозишь, по крайней мере. Поэтому как-то это очень странно. Жить с мудаком, осознавая, что ты живешь с мудаком. Зачем? Объясните мне логику. Смотри, как красиво едет, далеко прямо несется. Ох, какой, ох, какой, ох, какой. Ох, какой. А думает. И ты тоже. Думаешь, какой мудак. И ты тоже. Все эти люди, которые выезжают с заправки, вероятнее всего, они объезжали по заправке обочину и просто... Да пипец! Они так быстро причем, они прям какой-то экспресс-заправка. Ну, наверное, да, там, не знаю уж, как у них это получается так. Хулиганы, конечно, тут гоняют. Да, мощно вообще, быстро. Наверное, технологии какие-то дошли же до нас. Вот этот вот хрен на Kia, вот этот хрен на Kia с ленточкой ехал по обочине с этой бабой, со своей. Баба живет с мудаком. Ох, опять автобус, ребята. Опять автобус, а сзади то ли скорая, то ли маршрутка, но что-то едет. Смотри, как это горит. Оттормаживают, да. Ох, какой красивый идет. Ну, какой... Стоять, куска. Куска, злина. Автобус ехал по обочине. 055 КСЕ. 50 РУС. Вот водитель. А это тот же, по-моему. Тот же самый. Да? По-моему, да. А? Ну, так это тот же самый. Короче, этот вообще чувак есть постоянно. А, вот этот маршрутчик тоже ехал по обочине. Трансинвест, 33-й регион. Примите меры, как говорится. А? Не, ну он здесь все имеет право ехать. А вот там он не имеет права ехать. Вообще просто. Чтобы вот так.
Ну что там они? Договоримся, что по Европротоколу они. Он признает свою вину. А? Активисты? Нет. Нет, пессимисты. Прямо с языка снял, да, там сказать, ты что? Господи, потом он был. Я уже не помню. Что у вас тут? Ну а этот хрен-то что вообще? Который этот? Он спрятался. Он куда-то уехал, к нему корреспонденты домой приезжали, мы когда приезжали, его ни дома, нигде. На 5-й батальон написали жалобу в прокуратуру. Это очень небыстрый, я думаю, процесс. Ну, главное, чтобы это привлекли. Сотрудники говорят мне, мы здесь не видим факта того-то, что вы, так сказать, ну, понятное дело, но возникает вопрос, ДТП был? ДТП было? Вот это рожа. Ехала по обочине. Вот это тоже объезжает обочину. Хулиган. Здорово. Не по обочине не ездишь? Живи. Нет, подождите подписываться. Может быть, у него ничего хорошего нет на канале, поэтому не надо подписываться. Вот эти все люди ехали по обочине. Вот эта женщина, вот этот вот чувак. Вот этот чувак, вот этот чувак. Они все ехали по обочине. Я вообще поражаюсь просто. И вот эти тоже ехали по обочине. Обочечники, хулиганы! На старости лет-то не стыдно, а? Побойтесь Бога! По обочине не ездите? Молодцы, молодцы. Храни вас Господь. Так, подпольная съемка с Discovery идет. Заправился? Очень-очень быстрая заправка у этих людей. Просто они заезжают на заправку, тут же выезжают и прямо... И уже все заправились. Но что-то мне подсказывает, что они просто... Что они просто проезжают заправку насквозь. Что делать категорически запрещено. Что делать категорически запрещено. Смотрите, целый ряд обочников едет. Предлагаю пройти еще туда подальше. Чтобы не было вообще никаких сомнений. О-та-та-та-та, Nissan, как не стыдно. Хотел стартануть по обочине. Но не стал, молодец. А вот Mercedes несется прям по обочине. Целый рой бедрил, как не стыдно. Вот он, красавчик, с семьей, с детьми едет по обочине. Как не стыдно тебе? Еще и какая-то рожа знакомая. Узнай, если кто-то узнал, напишите. Зачем по обочине гоняешь? И эти молодые парни едут по обочине. Зачем по обочине ездить, а? 73-й регион. Toyota решил таким образом избежать попадания в YouTube. Дружочек, не получится. Не получится, ты уже там, 68-й регион. Наверное, что-то случилось. Ладно. Сломался, да? Сломался? Сломался, говорю. А, проехал. Ну, аккуратней давай. Вот смотрите, как лечится обочина. Вот так вот она и лечится. Вот они едут, едут, едут. Вот, Volkswagen. 21-й регион, Чувашия. Как же так, дружочек, как же так? И не стыдно тебе? А эта дамочка, ты посмотрите на нее, а? Хулиганы, хулиганы. А тебе не стыдно так ездить по обочине?
Люди выезжают с заправки. Возможно, они заправлялись действительно, но, скорее всего, объезжали пробку по обочине. Целая вереница, даже газели, да. Грузовые то. Кошмар. Нет, смотри. Поехал, не выдержал. Петрович, это, между прочим, Петрович. Вам везет, Петрович. А вам, Петрович, не везет. Никуда тебе, Петрович, не скрыться от нас, от всевидящего ока антибедрильной команды. Спасибо. А465 УХ750, Петрович. Петрович, тебе не стыдно? Мне не везет. Тебе не стыдно? Ты по обочине ездишь, а? Прощайся с работой, дружище. Без провали. Ох, маршруточка, наша любимая. Наша любимая маршрутка несется. Смотрите, какой смелый парень. Ох, как. Маршрутку догоняйте скорей. Вот и приехали наши друзья из ГИБДД. Они проехали мимо. Они кого-то там ловят или что они там? По зеркалу дал, на меня едет скорее. Кто? Маршрутчик. Так они маршрутка-то проехала. Вот она, маршрутка. Так маршрутка-то проехала, а они это, ловят там кого-то другого. А, так мы же их не вызывали. Че? Мы же их не вызывали. Не знаю. Не, они европротокол там оформили. Да, у вас тут дикари. Вообще, что на М7 это вообще жестко. Я хочу этого водителя автобуса. А мы сегодня два раза его, по-моему, это. Давайте сюда отойдем. Они мигалки едут, да. Как только все обочники видят мигалки, тут же прекращают ехать по обочине, потому что они готовы оплатить штраф, но не хотят. Этот чувак проехал просто по заправке, не заправившись, так делать нельзя. ГИБДД, ДПС. Все. Старые знакомые. Как только проехала ДПС, сразу же активизируются обочники. Тут же активизируются обочники, но как видят. Кого? Здравствуйте. А можно спросить, зачем вы спрашиваете? Ну, как бы, какое имеете право снимать? А какое я не имею права снимать? А что вы снимаете? Ну, что хочу, то и снимаю. Это моя машина. Я вам ее. Это ваша машина? Снимать, да. Ё-моё, правда? Да. Блин, подожди, что делать? Все, вы сотри сейчас же, все, сотри. Прости, пожалуйста, прости. Как тебя зовут? Не скажешь, чтобы, ну. Какой смысл? Нет смысла, абсолютно верно, никакого смысла. Твоя машина, да? Блин. Номер тоже нельзя снимать, да? Нет, нельзя. Номер не снимайте, пожалуйста. Номер не снимайте. Я блюрить не умею. Как я буду блюрить-то? Ёлки-палки, нельзя снимать. А, у тебя? У него самка сидит, понятно, в машине. Чего он так испокушился? Нельзя снимать машину, ребят. Все. Нельзя снимать машину. Ну нельзя, так нельзя. Что поделаешь? Поснимаем обочинников тогда. М7
909 ММ 77 РУС. Эй, ты хулиган в очках! Абриган? Абриган. Я сказал немножко по-другому, но так тоже неплохо. У нас есть хорошее слово кончелыга. Кончелыга, да, но здесь некому применить это слово кончелыга. А? На каком основании? Да. Так у меня камера есть. Да, и что? Ну все, я купил камеру и хожу, снимаю. Вы не имеете права людей. Не имею, да? Нет. Блин. Вы можете снимать автомобили, но не людей. Вот. Нет, подождите, он сказал, нельзя снимать автомобили. Я не пойму, можно ли? Нельзя снимать. И автомобиль нельзя? А что можно снимать тогда? Вот природу снимать. Природу, ладно, буду природу снимать. На каком камере, скажите. А зачем вы снимаете? На каком основании? А на каком основании вы снимаете? А у вас есть основания снимать? А у вас есть права журналиста? Борь, 15 метров. А вы каждому столбу? 15 метров, да, вот. Девушка, 15 метров. Девушка правила знает лучше, чем вы. Вы все правила знаете. Я вообще даже вот... 15 метров под машину, чтобы я... Ой. А почему нельзя снимать-то? 15 метров под машину. Не-не, а вы можете объяснить, почему нельзя снимать? А на каком основании вы снимаете? А что так верно? Так нет, а почему нельзя-то снимать? Ну, потому что основания на нашу видеосъемку нет, мы не нарушали. Мы к вам не пристаем. Нет, а какое должно быть основание-то все-таки? Есть. Вы сами остановились. Вы сами остановились. Остановились. Нас аварийно мы сломали. Да, и подошли, сказали. Борь, поставь знак, посмотри, что случилось. Да здесь не обязательно знак ставить. Вы же на обочине стоите. На обочине нельзя останавливать. Как это нельзя? А для чего обочина? Обочина для чего? Можно. Где белая сплошная, можно. Так, девушка, я так и не понял. А основание такое должно быть у меня для съемки? Вот, нельзя снимать и не объясняет, почему. Ну ладно. Вы мне объясните, вы на каком основании? Так я не понимаю, почему я не могу вас снимать. Должно быть основание. Нет, подождите, а почему вы должны меня снимать? Я свое согласие на съемку не даю. Ну, так я же не спрашиваю ваше согласие. Ну, вот и я вас так же буду снимать, давайте. А логика-то где? Логика, да, логика у меня еще. Так же, как у меня? Давай. Ну ладно. Это, машину не снимай, пожалуйста, людей тоже не, да? Снимай, да. Нельзя. Оснований нет, оснований нет. У нас есть права журналиста вообще-то. Вот так снимать. Ну они какие-то, лучше бы не приезжали. Приехали, опозорили. Если я не ошибаюсь. Что, поедем? Нет, это наша откроется. Пока. Хорошо, что взял. Надеюсь, больше не пригодится. Ну да, хотелось бы доехать до дома спокойно. Ну я как поняла, мы, наверное, последний или еще съездим. Так, а смысл? Сейчас уже темно будет. А, ну смотри. Где Волга-то? Там они что-то. Да, он там, ни о чем. Давайте посмотрим, что же случилось с Волгой после ДТП. Придурки, да? Вообще, ну, я им то же самое говорю. Ну, в общем-то, ну так все и страшно. Давайте посмотрим повреждения на Volvo. Да и на Volvo тоже особо ничего нет, поэтому Европротокол, оптимальное решение, грамотное. Так, походу, милицию вызывают. Полицию. Ты сейчас все наклеил. Правильно. Эта наклейка, она может отпасть. Она такая. Я хотела отковырять. Ну, отковыряю она. Вон. Ну, что делать-то, вон? Все, вы разбежались?